Современные архитектурные решения для любителей спортивного и не только образа жизни. В Тольятти открылся новый многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс. Изучила особенности досугового центра и наша съемочная группа. В этом комплексе каждый найдет для себя занятия. На территории общей площадью около 8 тысяч квадратных метров расположились аквазоны с бассейнами, банные и соляные комплексы. А на большой спортивной площадке можно устраивать как соревнования по футболу, научно-практические конференции, так и банкеты. Мы хотели бы этот комплекс открыть для города, для всех жителей нашего города, чтобы было время, где провести вместе с семьей. Мы не зря его назвали семейным комплексом, потому что основа нашего города, основа каждой страны – это все-таки семья, это ячейка общества. Открытие центра стало возможно благодаря компании «Куйбышев Азот». Стоимость проекта более 400 миллионов рублей. Для крупного промышленного предприятия это не просто работа на имидж. Помимо экономического роста, промышленного потенциала, «Куйбышев Азот» является еще лидером в социальной ответственности в городе. Пример сегодняшнего открытия, пример того, что мы развиваем социальную инфраструктуру, а я отношу этот объект именно к социальной инфраструктуре города, тем более, что он будет доступен для людей, для горожан. В портфолио предприятия уже есть социально значимые объекты города. От яхт-клуба до санатория. И досуговый центр на базе отдыха «Подснежник» – это еще один шаг по улучшению доступности отдыха в Тольятти для всей семьи. Дмитрий Лобанов, Андрей Костомаха. Новости губернии Тольятти.